Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Сегодня я вам расскажу в этом ролике о программе лояльности в RSV System. Ссылка на регистрацию под этим видео есть. Так что регистрируйтесь, если вас заинтересует партнерская программа. Нажимаете вот здесь «Партнерская программа» и переходите вот на такую страничку. Здесь вы видите, сколько у вас партнеров уже. Нажимаем на инструменты, и вы здесь видите свои реферальные ссылки. То есть их здесь 4. Любую из этих ссылок вы можете распространять своим друзьям и знакомым. Не советую спамить в соцсетях, потому что это не приветствуется ни компанией, ни самими соцсетями. Поэтому нажимаете на любую из этих ссылок, например, вот на эту, на вторую снизу, «Открыть в новой вкладке». Вам открывается новая вкладка. Именно на эту вкладку попадут ваши последователи, которым вы дали эту ссылку. Что они здесь увидят и что они здесь прочитают. То есть здесь говорится о том, что такое за компания Skyway, зачем инвестировать в компанию Skyway, что за технология у этой компании, история успеха и что я получу. И ценности, и преимущества. Здесь также есть баннер такой, где, ставив сюда свое имя, номер телефона и свою электронную почту, тем самым он подпишется именно под вас, по вашей реферальной ссылке. Страничка достаточно интересная. Сами пролистаете, узнаете, что вы предлагаете. Да? Вот именно, что вы предлагаете благодаря этому баннеру. Далее мы нажимаем вот на эту кнопочку. Это калькулятор. Значит, с первой линии вы будете иметь 15%, со второй 7%, с третьей линии 5%, с четвертой 3% и с пятой линии 1%. Ну, вы сами понимаете, что чем шире юбка к низу, 1% это просто супер. Чем больше у вас людей в последнем уровне, а их действительно всегда там больше, и поэтому с последнего уровня можно больше зарабатывать. Поэтому не рекомендую строить своих родственников в паровозик, потому что если 5 человек родственников выстроите под собой, то вы не получите ни статуса и никаких реферальных. Понимаете, да? Под собой лучше родственников выстроить вот так в линеечку и под родственниками уже выстраивать всех остальных. Тогда и родственники получат статус, и вы, естественно, потому что если будет акция, да, или какие-то вот марафоны, как сейчас проходят, то есть вам надо быть лидером, вам надо быть наверху, поэтому подписывайте всех под себя. Не надо там под кого-то, под своих родственников. Да, вы получите рефералку от того, что вы себя зарегистрируете наверху, под собой мужа, дочку, сына, да, вложите на мужа, на сына, там, потом там на свата, на брата, получите реферальные, и за счет этих реферальных, возможно, купите пакет, но вы не будете иметь больше никаких привилегий. Понимаете, да? Поэтому нужно научиться строить сеть в первую очередь. И вот посмотрите, например, вы сюда вбиваете $1000 и нажимаете «Высчитать». Если у вас человек вложился в первую линию $1000, например, он взял рассрочку на $1000 на 10 месяцев. То есть каждый месяц вы будете иметь $15. Здесь 150 написано на 10 месяцев. Вы считаете, что вы каждый месяц будете иметь пассивный доход $15. Вот от этого человека. Это просто круто. 10 месяцев без боли в животе вы будете получать пассивный доход $15. От второй линии $70. Но это тоже же круто. То есть разделите на 10 месяцев, это $7. 15,7 это $22. Давайте перенесем этот калькулятор в таблицу Excel. Вот люблю таблицы Excel. В них более наглядно и более доходчиво можно объяснить суть. Именно вот такие калькуляторы дают нам возможность зажечь в нас азарт, подтолкнуть нас к реально выполнимым задачам. Смотрите, например, вы пригласили в первую линию, пусть даже за один, там, за два месяца 10 человек. И допустим, что все эти 10 человек открыли рассрочки на $1000 с ежемесячным погашением в $100. Это означает, то вы будете получать в течение 10 месяцев каждый месяц по $150, что покроет ежемесячную лично вашу рассрочку в $100.
И вы еще можете выводить оставшиеся $50 на личные расходы. Круто? Ну, конечно же, круто. Смотрим дальше. Допустим, вот эти 10 человек, которых вы пригласили, вас продублицируют. Они также пригласят каждый по 10 человек. И это будет уже 100 человек у вас во второй линии, которые также будут оплачивать свои рассрочки в $100 и за счет партнерки, и также ежемесячно выводить по $50. То есть, в принципе, никого в пролете нет. Все зарабатывают. Согласитесь, ведь это очень замечательно, да? Это очень заманчиво. И тут вы понимаете, что к вашей прибыли, к ежемесячной, в $150 стало ежемесячно прибавляться по $700. Ну что, разве это не круто? $700 плюс $150. То есть вы оплачиваете свою рассрочку $100 и плюс $750 вы можете выводить. Либо можете полностью погасить свою рассрочку и, если хотите, можете открыть новую рассрочку. Дальше еще круче. Если вот ваши эти 100 человек со второй линии, каждый пригласит тоже по 10 человек с инвестициями в $100, то с третьей линии 5% с каждого человека – это $5, ваша прибыль ежемесячная. В итоге с 1000 человек – это $5000. Понимаете, да? Это уже $5850 в месяц. По таблице вы видите, что приглашая всего по 10 человек, вы можете зарабатывать на программе лояльности в РСВ и в Skyway Capital по $135000 в месяц. И даже больше, если вы можете. И вот скажите, зачем лезть в какие-то хайпы и в разные лоховозки, где в принципе те же самые реферальные начисления с теми же процентами, ну только вранья там побольше. И после скама, очередного хайпа, вы теряете большую часть структуры и на вас нависает плохая аура. Ну и дальше, вот как у меня было в Свиге. Вложила $100, сделала ролик и рассказываю. Я взяла рассрочку на $1000 на 10 месяцев. И каждый месяц я делала ролик о том, как я оплачиваю свой этот инвестиционный пакет. Естественно, у меня каждый месяц прибывали люди. Они видели, что я вкладываю, что я инвестирую. То есть я показываю свои результаты. Если вы будете показывать свои результаты, то и за вами люди тоже пойдут. И у меня получилось, что я вложила только своих $100. И весь пакет, в принципе, я выплатила за счет партнерской программы по программе лояльности. Ну, потом у меня еще были ролики, когда я начала работать с криптовалютой Призм, и я показывала, сколько я миллионов долей купила за криптомонету Призм, не только по партнерской программе. И вот сейчас я решила сделать ролик о партнерской программе именно фонде RSV System. В принципе, точно такая же партнерская программа и Skyway Capital. Поэтому, если вас заинтересовал этот заработок, а я думаю, что он должен многих заинтересовать, просмотрите вот этот ролик, который я сделала несколько дней назад. И я думаю, что у вас появятся аргументы, на что приглашать в эту компанию на партнерскую программу. Эта компания живая. Там можно не только подержать руками Юнибус, да, потрогать его. На нем можно прокатиться. Это уже технология, которая входит в жизнь. Я буду делать ролики о этой компании. Я уверена, что Skyway – это то, что действительно не должно соскамиться. Вот не должно это соскамиться. Это будет работать. Мы будем ездить на этом транспорте. Пока еще есть возможность инвестировать именно в технологию, а не в адресные проекты, которые мы тоже скоро будем инвестировать. Это шанс получать дивиденды. Вот мне задают вопросы. Валентина, а наверное уже поздно инвестировать в Skyway, ведь уже 15-й этап, долей будет мало. Да тут даже не в том дело, сколько у тебя будет долей. Я не призываю вас сейчас вкладывать большие деньги в этот проект для того, чтобы купить миллион долей. Нет, если этот проект выстрелит, а он обязательно должен выстрелить, то вы обеспечите и себя, и свою семью, даже имея 100 тысяч долей. Или даже там 10 тысяч долей.
Это будет приносить вам хороший доход, именно когда мы инвестируем в технологию. Ведь мы будем получать дивиденды от каждого пристраиваемого километра дорог уже к тем, которые уже построились. Понимаете? Вот построилась кольцевая в Москве, соединяя 3 аэропорта. Мы с этой дороги будем получать 20% от прибыли. Построилась дорога Минск-Москва. Мы с этой дороги тоже плюс будем получать. Через 10 лет построились там дороги еще где-то. Через 15 лет еще где-то построились. И нам все дивиденды плюс, плюс, плюс. Понимаете? А адресные проекты это 25% вот с этой дороги и все. Так понимаете, какая выгода инвестировать именно сейчас? Вот именно сейчас вы ничего не потеряли. Да, я тоже, например, зарегистрировалась не в 2014 году, и у меня не было изначально дисконта 600. Я начала инвестировать в начале 2016 года, но по случаю судьбы мне все-таки попался дисконт 600, когда была такая акция, и мне моя старшая подарила такой дисконт. И да, я еще докупила, конечно, и по этому дисконту я не проворонила, я проинвестировала в компанию именно с таким дисконтом. Именно поэтому у меня почти 8 миллионов долей компании Skyway. Но даже если бы мне посчастливилось узнать об этой компании именно сейчас, и мне бы рассказали то, что я вам сейчас рассказываю, то я бы именно сейчас тоже проинвестировала. И это было бы разумным решением, и не нужно думать о том, что я не успел. Надо было в 2014 году, надо было в 2016, надо было там в 2019 году. Еще не поздно. Еще не поздно инвестировать именно в технологии. Поэтому ссылки на РСВ и на Skyway Capital под роликом. И вы будете совладельцами компании Skyway. На этом у меня все. Пишите обязательно свои комментарии под роликом. Ставьте лайк. С вами была Валентина Синема 2.